посвятить на нашем замечательном празднике, но перед тем, как мы увидим наших малых, хотелось бы по аплодисментам определить, какое у вас настроение! Меня так и предупреждали, что здесь четвертый стол у нас самый активный, да? Вот. А вот есть, да, вот конкуренты ваши здесь тоже есть. Давайте, друзья, в начале праздника, так сказать, условно поделимся на две команды. Это у меня будет с левой стороны первая команда, соответственно, здесь у меня будет вторая команда. Итак, первая команда, как у вас настроение? Некоторые уже начали не только наливать, но уже и выпивать, я так понял. Так, вот здесь, правда, ребята сидят, а головой качают, говорят, мы сейчас покажем, как нужно аплодировать. Вторая команда, как настроение? Первый номер, так сказать, первые солисты нашего шоу, это, конечно же, виновники нашего сегодняшнего торжества, наши молодые, самые очаровательные пара Миши и аплодисменты! Настроение. У всех же классное? У всех классное. Левой рукой. Нет, только пока левой. Катя. Больше Катя не наливать там. Итак, левой рукой. Правой рукой. Правой рукой. Вот так вот отдаем честь. Я знаю, что к пустой голове не прикладывать. Будем считать, что у всех головы не пустые. Правильно, кто пришел у нас? Вот. Отдаем честь. Я даю команду оп. И по команде оп. Все вместе делаем хлопок и меняем руки местами, так как это делает Игорь. Оп! Так. Давай еще раз. Соображаем. Еще раз, оп! Еще раз, оп! Ускоряемся, оп! 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 Можете просто себе поаплодировать, друзья! Итак, друзья, представьте, любая семья ночью в спальне у родителей. Папа! Папа, мені страшно. Що таке, сина, чого тобі страшно? Папа, в мене в комнаті бабайка. Сина, 2 часа ночі, яка ще бабайка? Папа, така страшна, чорна, велика бабайка. Знаєш так, сина, давай договоримося. Ти цю бабайку із клуба привів, ти з нею розбирайся. Я буду, бабайка. Друзья, знаете, вот студенты — это такие люди, которые стараются летом хоть как-нибудь, хоть где-нибудь немного подзаработать. Представьте, девушка, которая все лето проработала танцовщицей в клубе, пришла сдавать экзамены. От сестры пластика, а ты на пересдачу, поняла? Хорошо. Друзья, двигаемся дальше. Еще одна фантазия. Представьте кадр, который не вошел в фильм «Титаник». Благодарочка. Давай.